Мам, сегодня у Сонечки день стрижки. Можно я ее сам свожу? Конечно, и Соня будет рада. Я хочу пойти. Ого, Сонечка, ты пойдешь с Бэйби? Да, Сонечка. Соня, фу, я не люблю целоваться. Ну все, пойдем. Ой, ай, ой. Ой-ой-ой. Ой, мами, я пиццерия. Соня, иди сюда. Ну все, пойдем. Хорошая, хорошая. Тебе нужно будет ее придерживать, а тебе подкармливать. Все хорошо, не переживай, Сонечка. Неси ее сюда. Конечно, не хватит, она устала. Да, в общем-то, мы и закончили. Соня, фу, я не люблю целоваться. Ну и отлично, больше времени на мультики. Что происходит? Что за хаос? Привет, пап! А мы сегодня Сонечку на груминг водили. Груминг? Что это? Это на английском стрижка и прическа. А, английский. Как у тебя с этим, кстати? О, не хочу об этом. Это так скучно. Изучение языков заставляет мозг увеличиваться в объеме. Точнее, растут его отдельные области – гиппокамп и некоторые участки коры больших полушарий. Да-да, понятно. Пойдем, пойдем, пойдем. Что опять? Гиппопотам? Или как его? Гипоталам? Гиппокам. Я тебе сейчас расскажу. Это важно. Вот, посмотри. Наукой доказано, что при изучении языков в мозгу создаются новые нейронные связи. Улучшается память и внимание. Человек быстрее может решать интеллектуальные задачи. Hello. Hello. I love you. Hello. I love you. Вот бы не учить английский, а просто взять и начать понимать. Можно мультики на английском смотреть. Помогает. Кстати, поначалу ты очень любил английский. Помнишь, ты начал учить язык и назвал сестру Бэйби. Вот и приклеилась. I love you. И правда. Ой, мне Роберт звонит. Привет. Hello. Смотрел игру? Да, а ты вратаря видел? Вообще, не пропустил ни разу. Как красиво он поймал в конце... бол... шарик. Шарик? Мяч, что ли? Точно, мяч, мяч. Я у грандмазер начал русский забывать. А я английский. А знаешь, что во время изучения иностранного языка в мозгу создаются новые нейронные связи, улучшается память и внимание. Человек быстрее может решать интеллектуальные задачи. Видимо, мои нейронные связи совсем забудут русские слова. Тут никто на нем не говорит. Папа сказал, что можно мультики на английском смотреть, а не просто слова учить. А я буду на русском. Тут есть такой сервис с мультиками. Давай что-то общее, а потом обсудим. Давай. А почему Джек сам не вышел из космического корабля? Люк заклинило из-за космического мусора. Точно! Это слово я не знаю еще.
Давай tomorrow вторую серию посмотрим. Hello. Ой! Спокойной ночи. I love you. Baby! I love you. Не забудьте подписаться на наш канал. Это просто и важно.